Участник Великой Отечественной войны Петр Леонтьевич Леонтьев и председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов города Элисты Борис Шевкиев приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине освобождения города Витебска от немецко-фашистских захватчиков и 1049-летию его основания, которые прошли в городе Витебске Республики Беларусь. Напомню, что Леонтьев, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, принимал участие в боях за освобождение Витебска. В составе Первого Прибалтийского фронта освобождал от немецко-фашистских захватчиков Беларусь и Литву. На торжественном приеме официальных гостей города в Музее истории Витебского народного училища Петр Леонтьевич высказал слова признательности за радушный прием, пожелал мира и добра всем витебчанам и в знак почтения и дружбы преподнес главе города калмыцкий хадак. «Я один из оставшихся в живых ветеранов, который персонально участвовал в освобождении вашего города в составе Первого Прибалтийского фронта. Мы находились под Смоленском. По тревоге нас подняли и вооружили. 132 километра мы прошли за две ночи. Я удивился, что вы восстановили Витебск из руин. У вас город, красота, чистота и люди вежливые. Удалось побывать на детском представлении, во время которого едва удержался, чтобы не пуститься в пляс вместе с замечательными артистами. Поделился своими впечатлениями от города ветеран. Кроме того, ветеран участвовал в церемонии возложения венков и цветов к мемориальному комплексу в честь воинов, освободителей, партизан и подпольщиков Витебщины.